По собственному желанию покидает свой пост главы Атяшевского района Виктор Прокин. Руководил муниципалитетом он с 2016 года. А с 16 февраля по решению Совета депутатов официально освобожден с этой должности. Виктор Прокин переходит на другой ответственный пост и планирует плотно заниматься научной деятельностью. Прощаясь с друзьями и коллегами, экс-глава муниципалитета не сдерживал чувств. Огромное, великое спасибо всем, особенно коллегам. Те, которые были рядом, те, которые помогали, те, которые переживали, и, конечно, депутатскому корпусу. Я хочу сказать, что за эти годы столько обращений было к нам. Никогда никому не было отказа. За 7 лет под руководством Виктора Прокина муниципалитет динамично развивался. Было создано 600 новых рабочих мест. Наращивал темпы производства малый, средний и крупный бизнес. Большое внимание уделялось культуре и благоустройству. Построены Центр национальной культуры и современный кинотеатр, облагорожены общественные территории. Реконструирована система водоснабжения, открылся бассейн. Эти и другие достижения отметил в своей речи председатель правительства Мордовии Дмитрий Поздняков. Не обошел он стороной и вопросы, на которых стоит сосредоточиться уже новому руководителю района. Среди ключевых задач на ближайшие годы – это повышение доходов и уровня жизни людей. С 2016 по 2022 год среднемесячная заработная плата в муниципалитете выросла в 1,6 раза и составляет чуть более 36 тысяч рублей. Однако зарплата в муниципалитете остается низкой, ниже, чем в среднем по республике. Уважаемые депутаты, в этой работе многое будет зависеть от вас, от вашего взаимодействия и заинтересованности. За личный вклад в развитие республики Виктор Прокин был награжден почетным знаком главы Мордовии. Вторым вопросом на повестке собрания стало назначение исполняющего обязанности главы района. Я предлагаю исполнять обязанности на первого заместителя по общим вопросам Константина Николаевича Николаева. Единогласно «за». Константин Николаев стал исполняющим обязанности главы Атяшевского района. Для назначения нового руководителя объявлен конкурс по отбору кандидатов на замещение должности. Заседание, на котором огласят имя нового главы района, состоится 17 марта. Ирина Радайкина, Сергей Соколов, Народные новости, Атяшевский район.